Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Алена. Сегодня мы в магазине Fix Price. Это Москва, Новокосино, улица Салтыковская, 49А. Давайте с вами посмотрим на новинки этого магазина. Итак, начинаем. Ключница настенная с ящичком. Сделано все очень-очень хорошо. Крепеж в комплекте. 300 рублей. Классная, за 300 рублей, да, мне нравится. 200 на 60 на 290 миллиметров. Обычно до сантиметров округляю. Тут прочитала, как есть. Посмотрим, может быть, другие есть какие-то расцветки. Вот такой вариант. Ящички отличаются немного, а цвета такие же. Также здесь есть наборы сухоцветов ароматические. 249 рублей. Немножко приоткрыт. Это очень напоминает то, что продавалось в Икее. Вот этот наборчик, вот он приоткрыт. Думаю, что ванилью пахнуть должно. Но вы знаете, мне напомнил аромат из детства. Это лагерь. Это крем от комаров Комарекс. Он имеет очень вкусный парфюмированный запах. Вот. И прям вот напомнил. Ваниль. Есть еще апельсин. Да, два наборчика осталось. Апельсин, да, пахнет именно апельсинчиком. А вот этот вообще, конечно, аромат из детства. Очень вкусно пахнет. Прям ностальгия для меня. Вижу здесь вот такие вот фонарики. 249 рублей они, по-моему, стоят. Или 299. Наконец-то в белом цвете. Мы до этого с вами смотрели все в черном цвете. И вот в таком вот с потертостями. Белый здесь один светильник. И вот сейчас смотрю на него и понимаю, что мне это уже не надо. А нужен был второй для комплекта. Но не знаю. Сейчас положу в корзинку, похожу, подумаю. Ну классный, классный. Светит симпатично. Жидкое крем-мыло от Grass. Девочки, это то, что Азелит, этот же производитель. Милана, манго и лайм. Увлажняющее 1 литр, 149 рублей. Так, ну и состав, конечно же, меня интересует. Содиум, лаурат, сульфат на втором месте. Кокамида, пропил, бетаин. И кокамиды тоже положили. Так что я пройду сегодня мимо. Еще один вариант. А, это Гуардина. Это немножко другой производитель. Вот он стоит 99 рублей, 1 литр. Вот Флорисан. Детский шампунь с экстрактом календулы, депантенолом. Без слез. Не содержит сульфаты, красители, парабены. Состав, конечно же, интересует. Ну, сульфаты не содержит, но при этом в составе содиум кокосульфат. Так что сульфаты все-таки содержит. Так, вроде ничего. Состав хороший. И еще один детский шампунь. На этот раз от Тимоти малышу. С ароматом клубники, экстрактом ромашки. 0+, без слез. Содиум, лаурет, сульфат, кокамидея. Абсолютно не детский состав. Шампунь стоит 83 рубля. Здесь есть крем для рук. Вот этот парфюмированный 100 мл за 99 рублей с коллагеном. Мы до этого с вами смотрели с муцином улитки. Так что в разных фикс-прайсах разные варианты. Да, здесь только коллаген. От Флорисан большая баночка, маска яичная, восстанавливающая для ослабленных волос с протеином и лецитином. Сколько здесь? 450 миллилитров. Стоит всего лишь 99 рублей. Второй вариант – репейная, против выпадения волос. Бальзамчики для губ новые детские – 55 рублей. Три варианта. Медовое счастье, которое есть натуральный бальзам с маслом авокадо и экстрактом меда. Так, производитель, город Раменское, это фитокосметик, девочки. Второй вариант, волшебный мерцающий с клубникой, с пантенолом, с витамином Е и маслом клубники. И третий вариант, бальзамчик с легким розовым оттенком. С маслом розы, клубникой и витамином Е.
от Yuki Toki. Новые зубные щетки, 79 рублей. Средняя жесткость щетинок. И они, посмотрите, разного уровня. И какие-то щетинки ровненькие, а какие-то заостренные. Цвета щеток разные. Смотрите, какой классный шопер. В составе хлопок. Стопроцентный. Еще есть вот такой вариант. Вот интересно ходить по таким магазинам, в которых ты бываешь редко. Например, мне никогда не попадались вот такие кошельки. Есть еще в синем цвете. 249 рублей он стоит, этот кошелек. Но с фиолетовым что-то явно пошло не так, а с синеньким вроде все хорошо. Также 249 рублей вот такие кошельки. Яркие, блестящие. Есть еще черный цвет и вот такой вот. С ручкой. Вот такие еще кошелечки мне понравились в замечательных пастельных оттенках. 199 рублей. Хороший материал. Еще вот такой вот серенький и голубой. Смотрите, какие. Вот это точно новинка. 199 рублей. Кошелек, но бумажные денежки сюда поместятся, но со скрипом, конечно же. На кнопочку закрываются. Еще вот такие бабочки. Лимоны. И вот такие еще розочки. $199 рублей. Вот такие маленькие кошелечки. Разные тоже цвета. И здесь еще много, смотрите, вот таких вот косметичек. Кто не успел, кто хочет, конечно же, приходите, забирайте. Расцветки тоже тут разные, разнообразные. Мы с вами немножко порядочка наведем. Вот так вот. Да? Красота. Смотрите, здесь стоит коробочка с новыми резиночками за 59 рублей. Давайте с вами заглянем, посмотрим расцветки. Их еще не вывесили, но вот такие вот. Вообще, такие резиночки уже были в продаже, я даже приобретала. Вот, сейчас привезли новые расцветочки. Вот это четвертая. Четыре расцветки. Какая вам больше всего нравится? У меня сегодня настроение вот такое, в мелкий цветочек. Смотрите, какие еще резиночки с косичками. Красота какая, милота для юных модниц. 59 рублей. Также здесь новые расчески, 149 рублей. Расческа, наверное, скелетная, хотя она должна быть здесь с дырочками. Зубчики мягкие. Вот такая расческа классная. Здесь пожестче зубчики. Я вам рекомендую от души. Мокрые волосы расчесывать на ура. Так, здесь что по цветам? Еще розовые, серые. Вот так вот. 79 рублей новые носочки от The Way. Смотрите, с каким сердечком. Размер 36-40. И хлопка здесь 65%. Есть еще вот такой вот вариант. В этом фикс-прайсе выложили вот такие варежки детские. В прошлом году они, по-моему, тоже продавались, во всяком случае. Но вот такие перчатки были точно. 99 рублей перчатки, 149 рублей варежки. Мальчикам, девочкам, всем можно тут подобрать по расцветке. 4-7 лет. В составе, конечно же, хлопка, наверное, нету. Акрил, полиэстер, нейлон, эластан. Да, но все равно они тепленькие, хорошенькие, толстенькие такие.
еще вот такие синие. А есть еще вот такие женские, 149 рублей варежки. Нейлон, акрил в составе, тоже тепленькие и симпатичные. Снегурочки, кто подрабатывает на Новый год? Присмотритесь вот к таким. А вот такие я еще не видела. Новинка, что ли? Перчатки с митенками. Полиэстер, хлопок 30%, 3 эластан. 249 рублей. Симпатичные. Так. Я вижу две расцветки, да. Показывала в обзоре покупок вот эти вот чашечки. К сожалению, не распаковала, и многие прям вот расстроились. Девчонки, они внутри очень-очень классные, приятный материал. Указано, что здесь керамика, но напоминает фарфор. Единственный минус, конечно же, шершавые донышки. Но в телеграм-канале я поделилась, как я с этим справляюсь. Все, в принципе, делается очень легко и просто. Рекомендую, отличные чашечки. Смотрите, сколько здесь посуды. Тоже очень-очень много. Девчонки, здесь еще очень много вот этих классных контейнеров за 99 рублей. Поэтому, кто живет рядом, прибегайте. Во всех остальных фикс-прайсах их уже разобрали. Табурет стремянка, два цвета. Вот такой вот коричневый и серый. Мне качество понравилось, только будьте осторожны. Я его схватила вот с этой стороны, вот здесь, и уколола палец. Табурет стоит 349 рублей. Попробовала сейчас наступить на нижнюю ступеньку. Вы знаете, прям страшно. Прям реально страшно. Прогибается. Я боюсь. Только для детей, наверное. 149 рублей. Вешалка на дверь. 4 крючка. 40 на 19 на 5 сантиметров. Крепеж тоже в комплекте. Проверяется наличие. Еще одна новинка за 349 рублей. Это такой набор доски на подставке. Российское производство. 4 доски. Пластик, естественно, пищевой, полипропилен. Это пластик Republic. А есть еще вот такой наборчик. Так. Здесь красные, зеленые, желтые досочки. Смотрите, какая прелесть. Складные коробочки. И второй вариант. Золото-серебро. 27 квадрат. 199 рублей. Нетканый материал, картон. И если хотели вот эти корзинки, то их сюда тоже привезли. Прибегайте. Эти огромные. Здесь есть, по-моему, новая пряжа. Вот такую я не помню. Такой цвет приятный, розовый, пудровый. Серая тоже симпатичная. Есть турецкая пряжа. И вот такая тоже это турецкая. 124 рубля вот это, 149 рублей вот эта пряжа. Здесь цвета другие. Вот такой вот яркий морковный цвет я не видела на проспекте Ленина у нас. И вот смотрите, тоже не знаю, то ли новый завоз, то ли еще не распродали, но вот здесь очень много вот таких вот корзиночек. 149 рублей они стоят. Есть еще вот такие корзинки. 99 рублей. Да? Они, не они. Сейчас мы с вами узнаем. Три цвета. Крышками. Да, все правильно. 99 рублей. А вот такая красота. Очень много корзиночек всевозможных. И есть серия Скандия. И есть вот такие серии Лофт. И вот эти новенькие. Я в телеграм-канале вам их показала. Надо и здесь, конечно же, показать. Здесь два размера, 49-50 побольше, поменьше, 55 рублей поменьше.
выдерживает до 100 градусов. Можно мыть в посудомоечной машине. Пластик подходит для пищевых продуктов. Это, наверное, российское производство. Нет, Китай. Представляете, на китайских контейнерах наконец-то есть значок. Подходит или не подходит. Обычно там тишина. Вот с такими ручками. Классные корзинки. Три цвета. Черные и вот такой вот цвет. Нет, девчонки, их больше. Четвертый цвет. Вот такой серенький и кремовый. Вот это серый. Вот они. Еще вот такие новые корзинки. 23 на 22 на 13 сантиметров. Этим все сказано. 79 рублей они стоят. Полипропилен. Китай, естественно, никаких значков. Тряпочки здесь новые для уборки от Bon Home. Вот такие 30 на 33 штучки, 79 рублей. Три цвета. Мягенькие, хорошо впитывают влагу. Полиэстер. Тряпки для пола 40 на 70. Тоже написано, что хорошо впитывает влагу. Тоже производитель Bon Home. 70% полиэстер, 30% вискоза. Знаете, по ощущениям, да, они должны хорошо впитывать. Такие жесткие. Еще голубые и вот такие. Ну все, погнали. Год дракона встречаем. 59 рублей 40 на 60 сантиметров. Тряпочка для уборки. Полиэстер в составе 30 градусов, можно стирать. Есть еще беленькие. И тоже с дракошами. Да. Прям китайские. Зелененькие тоже имеются. Вот они, девочки, вот эти губки, которыми прекрасно можно счистить донышки на блюдцах, на чашках, и все будет у вас гладенько. Для посуды мне они не понравились. Например, чтобы почистить один противень, да, справиться на ура без проблем. Но это одноразовая вещь получается. 59 рублей. То есть это вот два раза почистить какой-нибудь противень. И все. А вот почистить донышки, сделать их гладенькими, замечательная вещь. Новые полочки. 149 рублей. Полка треугольная, размеры 36 на 21 на 15 сантиметров. Можно составить себе вот прям несколько полочек, сделать такую этажерку. Они отлично соединяются с друг с другом. Производство Россия, пластик подходит для пищевых продуктов. Два цвета. Смотрите, какие классные будильники. 199 рублей. Понадобится одна батарейка пальчиковая, она в комплект не входит. Для детской. Китай производитель. Срок службы 1 год. Кошечка. Сейчас вам покажу все варианты, какие у нас есть. Это вот такой вот жираф. Также вот такой вот олененок. И собачка. На этом я с вами сегодня попрощаюсь. Спасибо, что были со мной до конца. Как всегда, надеюсь, что мое видео для вас было полезным и интересным. Не забывайте о лайках. И всем до новых встреч. Пока-пока.